Не секрет, что Крым являлся в разные периоды существования нашего государства очень лакомым кусочком. И во времена Екатерины II, когда она решила все-таки завоевать эти территории, и очень важно было ослабить экономически территорию Крыма. А поскольку армянское население очень трудолюбивое и приносило стабильный доход в казну, то она придумала хитрый план со всеми правдами и неправдами, какими-то обещаниями, договоренностями и иногда где-то даже, возможно, шантажом. Она поспособствовала тому, чтобы армяне крымские написали прошение о том, чтобы их переселили, что они претерпевают постоянные угнетения от иноверцев, и чтобы их переселили на территорию России. Екатерина удовлетворила их такое прошение и переселила их как раз к востоку от Ростовской крепости. Поэтому город Нахичевань возник немного раньше, чем Ростов. Сейчас Нахичевань — это один из районов Ростова, носит официальное название Первомайского района. А здесь, в Нахичеване, большинство населения армянского происхождения, но я уже говорила о том, что эти границы давно стерты, и мы считаем армяне братьями нашими.